Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Все своими ручками» и я с вами Анна. Я предлагаю вам посмотреть свою детку, которую я вырастила на своей орхидее. Сегодня пересадим вместе с вами пенопласт. Все отделили. Как видите, горшочек. У меня есть видео, как я садила. Всю землю брали, грунт, кору, очистили корни. Как видите, сколько у него уже листиков много. Один цветонос я обрезала, и один корень трошки был сухой, я тоже обрезала. Цветонос обработала активированным углем. Налила воды отстойной. Пусть она попьет водички. Горшочек вымыла. Пенопласт нарезала на мелкие кусочки. Слоточка яичного. Прикипятила. А сейчас будем заполнять. Как вы видите, заполняем. Посмотрела очень много видео на сайте и решила, что да, действительно, этот метод выращивания орхидеи очень хорош в пенопласте. Корешки любят свет, и они этим питаются, орхидея питается корешками. А кора или засыхает, или гниль собирается вся мокрая. Вот так. И пересажу все орхидейки. А то вообще без пенопласта просто у баночку или вазу куплю. Тоже посмотрю. Может, она лучше будет. Тоже видео посмотрела. Почему бы и не сделать? Вот я одну попробовала. Я надеюсь, что у меня все получится. Пробуйте и вы.